Всем привет! Меня по-прежнему зовут Лина Дианова. Я клинический психолог и гештальт-терапевт. Спешу поделиться радостной новостью. Количество моих подписчиков перевалило за 50 тысяч. И надеюсь, что это только начало. Отдельное спасибо за комментарии, которые вы пишете. Я их все читаю. И, конечно же, я вижу, что вы просите разобрать таких людей, как Михаил Лобковский, Андрей Курпатов, Рената Литвинова. И если я до сих пор не сделала разбора на этих личностей, то только потому, что вы и так видите, что с ними происходит. Вы и сами уже можете сделать разбор и оценку их личности. И когда я делаю разбор, то мне хочется рассказать вам что-то интересное, что-то неочевидное, например, как сегодня. И сегодня под мой разбор, кстати, не без ваших подсказок, попал Даня Милохин и его партнерша по ледниковому периоду Евгения Медведева. Они дали совместное интервью на канале Макарена. Кроме того, совсем недавно Даня отпраздновал свое 20-летие и надеюсь, что мой разбор станет ему хорошим подарком. Вначале я разберу ребят по отдельности и уже после этого сделаю сравнительный анализ, смогли бы они быть вместе или нет. Давайте будем честными, ведь именно это всех интересует. Включил ты вдруг инстасамку? Да даже если бы она меня как-то обосрала, мое мнение не поменяется, она богиня. Начну с личности Дани. По этому фрагменту мы видим, что он беззлобный человек. И вот эта фраза, что даже если его обосрет инстасамка, его мнение не поменяется, характеризует его как психологически здорового, по крайней мере в этом смысле, и устойчивого человека. Егор Крид сказал, что это перебор, розовый. Не, это опять же его мнение. Ты себя считаешь, что это перебор. Я не считаю, что это перебор. Прикольно. И это очень взрослая позиция. Очень часто мы сталкиваемся с тем, что и взрослые, состоявшиеся люди учат других, как правильно жить. У Дани этого нет совсем, и это тоже характеризует его как психологически устойчивого человека. Кстати, эта характеристика может быть связана с его гипертимным типом личности. Что это такое, я расскажу позже подробнее. Но так, если вкратце, это люди, у которых хорошее настроение, которое ни от чего не зависит, и на них действительно другие люди почти не влияют. Обида. Что такое обида? Обида – это только манипуляция. Человек обиделся на другого человека. Для чего? Для того, чтобы тот изменил что-то в их отношении. Сначала я хотела похвалить Даню и сказать: классно, обида – это действительно манипуляция. Но потом я начинаю слушать, что он дальше говорит, и что же мы видим. Чем больше ты обижаешься, тем больше ты не нужен никому. Типа, людям скучно с теми, кто постоянно обижается или там какие-то козни строят. Чем больше ты обижаешься, тем меньше ты кому-то нужен. И тут я понимаю, что, возможно, он не обижается, а он просто давит в себе обиду, чтобы не терять контакт с другими людьми, чтобы быть вот для кого-то важным и значимым. Даня Милохин, так он, походу, это, глуповат. Я глуповат, бро, я знаю, серьезно, я многое не знаю. А здесь Даня прямо-таки говорит вам лайфхак. Если кто-то тыкает вас в ваш недостаток, про который вы знаете, начните говорить об этом первым. Такой прием, вот как он говорит: да, я глуповат, я знаю об этом, очень располагает собеседника. Беспроигрышный вариант. У меня была нормальная жизнь в детском доме, чуваки. Я не говорю, что у меня была плохая жизнь. Ну, типа, не было денег, но они не нужны были тогда. Сейчас нужны. Тебя били? Били, но знаешь, в чем прикол? Зато я понимал так лучше. Короче, это учит выживать в обществе. Это правда хороший момент. Многие пытаются сделать из Дани бедного мальчика, который вырос в детдоме, который такой весь травмированный и очень хочет к маме. У него есть одна фишечка, о которой я вам сейчас расскажу. Даня обладает гипертимным психотипом. Это люди очень подвижные, у них много друзей, они легко устанавливают социальный контакт, у них очень быстро переключается внимание. И для таких людей оказаться условно в некоторой коммуне – это неплохой вариант. Это их не травмирует в той степени, в которой травмируют, ну, обычных людей или интровертированных людей. Поэтому, когда Даня говорит о своем пребывании в детском доме, что все было нормально, ну, били меня, но ничего страшного, для него это правда является таковым.
Я не думаю о выигрыше, честно. Если нас сольют завтра, я не буду расстроен. Ну, нас честно. Уже не сольют, потому что мы до финала уже остаемся. Нас уже не сольют. Даня умеет получать удовольствие от жизни. Он живет в настоящем и кайфует от того, что есть сейчас. Блин, я не понимаю, как вот так вот 19 лет заниматься одним, чем-то одним. Сейчас я покажу еще несколько важных характеристик Дани. Я и плачу, типа, в машине еду, типа, могу разреветься из-за того, что, не знаю, песенка грустная, я что-то, меня там нахлынет, и я такой сижу и такой, да, да. Вот здесь мы видим, что он чувствительный. Я говорю честно, вот так. Я боюсь показать, что мне пофиг. Вот он боится обидеть своим безразличием, такой очень прямой, честный, эмпатичный. Боюсь обидеть тем, что мне без разницы, вот так. Ну и вот тут опять характеристика, что он живет здесь и сейчас. У меня через год такой, опа, а хочется встретиться, и встречусь. А сейчас не думаю об этом. Я сидел такой, мучился, что мне делать, я же не пойду просто в костюме, как все. Нет. И увидел случайно фотку в интернете, мне скинули, что ли, фотку. Не знаю, мне понравилось, он очень клево выглядел. Я думаю, вы и сами можете уже понять, к какому еще типу личности можно отнести Даню. Он яркий представитель истероидов. Вот эта фраза «Я не пойду в таком костюме, как все», она очень ярко характеризует этот психотип. Напомню, что истероидом быть неплохо, это не имеет ничего общего с истериками. Истероиды – это такие демонстративные люди, которые необычно выглядят, любят привлекать внимание своими словами, нарядами, поступками. И, ну, например, яркие истероиды – это там, Моргенштерн, Вероника Степанова, Киркоров. Ну, я думаю, теперь понятно. Друзьям подарки, да. То есть там кому-то себе там что-то, там прохожим вообще почти, там, не знаю, подарить что-то. То, что Даня в таком изобилии дарит подарки своим друзьям, это последствия пребывания в детском доме. Он привык жить коммуной, общиной. К слову, ТикТок-дом не так сильно отличается от места, где он жил до этого. Там тоже есть ребятишки, которые живут по определенным правилам. Есть воспитатель Ярослав, который все решает, к которому все идут, как, ну, к такому папе. Пока он живет в ТикТок-доме, он не думает о будущем. И это очень похоже на его жизнь в детдоме, когда за него все решали. Это довольно опасная ситуация, потому что, когда это закончится, он окажется беспомощным. Хотя это тоже опыт, который ему нужно пройти. Был момент, когда ты брал 100 рублей за рекламу в Инстаграме и не публиковал ее. Да, бывал, конечно. Это потому что ты берешь, у тебя скидывают деньги, и ты такой, ну все, деньги у меня есть. А мне же нужно заработать, а не прорекламировать его. Я заработал. Этот эпизод демонстрирует простодушие и открытость. Классно, что он не пытается себя обелить и говорит, как есть. Такое всегда очень располагает окружающих. Как ты с английским? У тебя-то? И вот здесь, смотрите, он делает абсолютно то же самое. Чувак, у меня с русским плохо. Даня умеет видеть в людях хорошее. Как вам, Алина Загитова, в роли ведущей? При всем то, что на нее там льется, типа того, что она там где-то не так что сказала, заикнулась, она делает. И самое интересное, что это не результат работы над собой. Он действительно так видит мир, это его фокус. А теперь лайфхак. Если вы знаете про себя, что вы критичный человек, что вы все время что-то находите в себе и, как следствие, в других, попробуйте изменить ваш угол зрения. Попробуйте отлавливать, когда вы начинаете кого-то или себя критиковать и сразу же находить что-то хорошее. Это можно натренировать, это не что-то сверх, у вас обязательно получится. Теперь перейдем к личности Жени. Ничего, Женечка, в следующий раз у тебя все получится. Да не будет следующего раза, ё-моё, вы что, тупые, что ли? Не будет следующего раза. Вот чемпионат мира здесь и сейчас. Возможно, я поломаюсь на следующий год. Блин, в следующий раз, зачем ты меня жалеешь? Женя жесткая, конкретная и достаточно критичная. Она трезво смотрит на себя и на других. Но я ждала, что будет получаться хорошо. Видите, она оценивает конкретные вещи, у нее понятные критерии, из которых она делает реалистичные выводы. Я спокойно поднимаю и думаю, да, все, работает, супер, класс, все, типа, фигачим. И вот заметьте, даже слова, которые она выбирает, например, вот фигачим,
и жесты при этом, они все говорят о твердости ее характера. Меня воспитывали, что ты либо выходишь, либо ты грызешь этот лед зубами, ногами, головой там, и выигрываешь. Либо, ну, ты как бы, не знаю. Она такая, достигатор в хорошем смысле, очень целеустремленная. Она из тех, кто вижу цель, не вижу препятствий. Честно, ненавижу вот это вот все. Вот прийти, сесть. Я приняла решение закончить со спортивной карьерой. Знаешь, вот и начинается вот это. А, да как же так? Вот это интересный момент. Смотрите, она говорит с достаточно жесткой интонацией, но о вещах, которые ее ранят. И вот здесь проявляется такая двойственность, что за внешней жесткостью скрывается мягкая натура. Но это тоже говорит о психологическом здоровье, потому что, ну, это и есть тот самый баланс. Я тот человек, который постоянно жрал себя. Ну, а тут мы можем увидеть такую достаточно серьезную самокритику. Даю сама себе просто таких, что там извне даже никто рядом не встанет. Ну ничего, ты все равно самая лучшая. Да какая самая лучшая? Я, блин, восьмая. Какая самая лучшая? Серьезно? А тут мы видим, что Женя такая взрывная, эмоциональная. На фоне Дани, который, наоборот, такой суперустойчивый, спокойный. Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры спустя 6 лет. И на это она тоже имеет на это право. Почему типа, сразу это нельзя это окей? Сделать? А что, она обязана? Это общая их с Даней черта. Она тоже понимает, что другой человек имеет право быть другим. И если бы они были парой, то это создало бы минимальное количество конфликтов. Им было бы очень комфортно, потому что они бы друг от друга не ожидали чего-то сверх. Ну и теперь перейдем к самому интересному. Это их шиперинг. Мое мнение не поменяется, она богиня. На самом деле, кто в России еще при так тебе, делает? Да? При тебе, смотри-ка. Ну как, я про рэп. Она мне тоже очень нравится, на самом деле. Тут такой интересный момент в самом начале видео. Ведущая, очевидно, делает провокацию, говорит «при тебе». И что делает Даня? Даня одну ногу убирает от Жени, да, как бы он закрывается, убегает от нее. Ему важно сохранять с ней теплые отношения. А рукой делает вот так. Это значит, что он пытается хоть немножко быть увереннее, да, расширить пространство, чтобы хоть как-то получше себя почувствовать. Она мне тоже очень нравится, на самом деле. Она такая дерзкая, такая клевая. Мы вот вчера как раз обсуждали. Женя начинает сразу же поддерживать Даню. И это для их возможной пары просто супер, потому что очень важно друг друга не топить. А, не знаю, насколько давно. И смотрите, вот дальше Женя начала говорить, и сразу Даня расслабился. Видно, что ему важно, что она с ним согласна. То есть она не скрывает там пластических операций своих, да? А ты же не знаешь по-другому, вот, как жить. Да, вот именно, мне кажется, ты не знаешь. Что вот в этом такое есть. А вот многие... Ну и в целом они довольно часто друг друга поддерживают. Выбор. А маленькому прикинь, вот ребенку. Сидел ты и... хочешь быть популярным и богатым, или ты хочешь только сидеть в школе учиться? Да. И как тебе юмор американский? Плосковатый. Да? Иногда да. А он же разный, он же не один какой-то. Разный, конечно, разный, но вот, например, я не могу назвать имя человека. Я знаю его. Это не нужно. А молчи, пожалуйста, пожалуйста, молчи. Вот тут видно, что у них есть свои какие-то секретики, о которых они никому не говорят. И то, как легко взял Даня Женю за руку, говорит о глубоком эмоциональном контакте. Видите, да, она не убрала руку, это значит, что для них тактильность – это уже что-то само собой разумеющееся. Ты впервые влюбляешься в человека, и ты думаешь, что все, блин, это же куда чувством-то еще одеваться, да? То есть... есть хороший такой момент про первую любовь. Смотрите, в начале, когда Женя начала говорить о первой любви, Даня прям сжался, он стал очень напряженным. Очевидно, что ему неприятна эта тема. Но когда Женя сказала, что, ну, непонятно, была ли это любовь, прям можно увидеть, как он физически расслабился. Ну, мы друзья, 100%, конечно. Мы друзья, я думаю. Но... Это очень классный момент. Смотрите, как твердо говорит Женя. Мы друзья, 100%. И правда, когда ее слушаешь, понимаешь, что да, это так, не хочется с ней спорить. Даня кивает, да, все его тело кивает, да, мы друзья, он проговаривает это. Но потом вот такая маленькая вставочка.
Я думаю. Потом он начинает засмеивать, говорить, что «но», и превращать это в шутку. Но мы-то знаем, что засмеивание – это просто снижение важности. По большому счету, я бы охарактеризовала эти отношения как романтическая дружба. Мне кажется, что Даня заинтересован в Жене больше, чем она в нем. Но посмотрим далее. В пробку. Ты сам? Нет. Женя хохочет, восторгается. И это очень важно для потенциальной пары, чтобы восхищение даже мелочами было искренним и неподдельным. Цветущая сакура и дует сильный ветер. И она летит, как снег. О, офигеть. Это как в этом Кунг-фу панда. Да, только вот по-настоящему. Даня еще такой, конечно, совсем малыш. Вот он вспоминает мультик «Кунг-фу панда». Вот он вспомнил, что Лагутенко озвучивал еще какой-то мультик. Например, я понятия не имею, какой. Мультик, особенно этот, какой, где он краба озвучивал. Моана. Да, вот это. Но Женя сразу же вспоминает, подхватывает. И это значит, что они находятся в одном информационном поле. Для потенциальной пары это супер важно. Все еще я загоняюсь, я психованная, потому что, блин, я дико психованная. Да, извини меня, пожалуйста. Женя говорит, что она дико психованная, и действительно, она очень эмоциональный человек. А Даня, наоборот, такой спокойный, расслабленный. И вот такое сочетание делает пару очень устойчивой. Потому что там, где один взрывается, второй должен немножко его погасить. Нет, занять я могу легко. Просто дать легко могу. Но ведь как я могу дать, он потом расслабится. Он такой, ну все, у меня есть чувак, который... Типа у меня есть брат, который дает мне деньги, зачем мне работать? Да, зачем мне что-то делать, все. Классный момент, что ребята не поссорятся из-за денег. Хотя, конечно, речь идет не о деньгах, а о жалости. Они оба выросли и чего-то достигли не потому, что их кто-то жалел, а как раз наоборот, потому что они сами себя не жалеют. Уже знаком с некоторыми тиктокерами, не русскими, и ты с ними общаешься, вот даже вот Кайл приезжал в Россию, вот я на русском говорю, а он на английском, и у нас одни и те же шутки. То есть с жестами мы шутим одинаково. Это хорошее совпадение, на самом деле. То есть мы вот, да, мы друг друга понимаем. Окей, язык не понимаем. У меня ушло очень много времени, чтобы понимать американские шутки. Этот момент мне очень понравился, что Женя не стала поучать Даню, как ему стоит правильно учить английский, а просто сказала, что у нее было иначе. Хотя, если так подумать, то вряд ли, конечно, Даня и тот человек, с кем Даня шутил, получили одинаковое удовольствие от шуток, не зная языка. Много информации об этой паре дал мне язык тела. Даня часто наклонен в сторону Жени. Видно, что ему прям хочется близости с ней, чего не скажешь о девушке. Она сидит так, как ей удобно. Ну или какой там спортзал, в котором мы тоже ходили чисто... Тут мы видим, что их руки заходят друг на друга. И это говорит о том, что такой уровень близости им комфортен. Месяц – разный лагерь, то есть три лагеря за лето. Это было очень супер. А здесь мы видим, что голова Жени лежит на плече у Дани, но у меня почему-то эта сцена вызывает больше дружеские ощущения, чем романтические. Интересно, а у вас? А за что он тебя бьет? Ты такой, ну, я огрызался там в школе, ну, я вам сказал плохое слово. Ты же сам виноват, получается. Ты же сам виноват. Дальше, когда я анализировала, я заметила вот что. Даня в целом занимает больше пространства в машине, чем Женя. И он как бы все время заходит на ее территорию, и ей как будто ничего другого не остается, кроме как тоже, например, положить свою руку на его. Но мне кажется, что все-таки ей подходит более далекая дистанция. Ну, в целом, наверное, это связано с детским домом, потому что у них там нет никаких личных границ, и для него вообще вот такая близкая дистанция – это очень естественно. А ты же не... Прикольно, что он по ходу передачи просто на нее сползает. Ну реально, да что? И вот мы видим, как он все больше и больше стекает на Женю. Вот он уже всем корпусом наклонился. Работать над собой там, либо ну как, либо вот, голову на нее положил. Да. И вообще можно на всем интервью проследить, как Даня все больше и больше расслабляется и все сильнее прислоняется к Жене. Итак, я перечислила много признаков, по которым ребята совместимы. И мой вывод таков. Пара из них
не получится, по крайней мере, в ближайшие 20 лет. И вот почему. Женя очень целеустремленная. Вижу цель, не вижу препятствий. А Даня, наоборот, такой спонтанный, расслабленный. И это можно увидеть на следующем примере. 19 лет заниматься одним, чем-то одним. Ты идешь 19 лет. Я боюсь чем-то вот так вот увлекаться сильно, именно заострять на чем-то внимание, чтобы если что-то пойдет не так, а что-то пойдет не так 100%. Да. Это нормально. Принять это и выкручиваться из этого. Ну, в том-то и весь прикол, чтобы сделать так, чтобы максимально сделать то, чтобы ничего не так не пошло. А вот тут комичная ситуация. Например, пара задумала поехать в отпуск через 3 месяца. То есть берем 3 месяца как долгую дистанцию. Что сделает Женя? Она подкопит деньги, подучит английский, все тщательно спланирует. А Даня, как типичный гипертим, он в последний момент или купит толстовку Гуччи, или передумает, и вот тут начинаются проблемы. Да, у ребят есть совпадение по ценностям, понимание важных вопросов, и Даня сам говорит, что Женя ему нравится. Но все дело в твердости Жени. Она относится к такому типу людей, контролер. Контролеру нужен стабильный, надежный, понятный партнер. А Даня для Жени будет как еще один человек, которого нужно контролировать и которым нужно управлять, а ей с собой бы справиться. И эта разница для меня опасная, потому что контролеру важно, чтобы все шло по плану, а со спонтанным человеком такого не получится. Заканчивая разбор, хочу сказать, что этот вывод основан только на том, что я вижу здесь и сейчас. Возможно, Даня быстро повзрослеет, и все у ребят получится. Ребята, обязательно оставляйте свои комментарии, кого бы вы еще хотели видеть на разборе. И не забывайте, основное правило канала – вижу Лину, ставлю лайк. Пока-пока!